Мы уже сообщали о печальном событии – кончине главы Андреапольского муниципального округа Николая Николаевича Баранника. 18 июля прошло прощание с ним в Андреаполе. Участниками траурной церемонии стали депутат Госдумы Российской Федерации Сергей Веремеенко, члены регионального правительства, коллеги, друзья, соратники, жители Андреапольского округа. Николай Баранник являлся одним из опытнейших муниципальных руководителей Верхневолжья. Он возглавлял Андреапольский район с 2000 года, а с 2016 являлся председателем Ассоциации Совет муниципальных образований Тверской области. На Андреапольской земле Николай Николаевич трудился с 1979 года, посвятив себя в том числе развитию сельского хозяйства. Благодаря Николаю Николаевичу Андреапольский округ стал активным участником программы проектов импортозамещения, развития экономики, ремонта дорог, благоустройства общественных пространств, территорий, модернизации объектов здравоохранения и образования. От имени губернатора Тверской области Игоря Михайловича Рудени, от правительства Тверской области и от себя лично я выражаю вам искренние и глубокие соболезнования в связи с уходом Николая Николаевича. Он был самым опытным руководителем, центром притяжения для многих и руководителей муниципальных образований, на уровне руководителей правительства Тверской области, органов местного самоуправления, законодательного собрания, Государственной Думы. Обладая широкой душой, он щедро делился с нами своим опытом, своими знаниями,